Осень – огнеопасная пора, утверждают специалисты. Причина – сухая листва и подготовка частного сектора к зиме. Люди жгут на своих подворьях отходы и прочее. Возрастает риск появления огня. С появлением сухой травы, когда трава жухнет, повышается класс пожароопасности. Начинается он с безобидного, скажем так, окурка. Трава, значит, соответственно, подхватывает и дальше разгоняет этот огонь, пламя. Идет либо в сторону леса, либо в сторону строения частного сектора. Бывали у нас случаи, когда, вот, допустим, у нас на Сырокошинской горе трава горела вблизи домов, но, слава богу, потушили вовремя. Конечно, в этот период сжигать костры можно, но в определенных местах под контролем. Любая деятельность, вследствие которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, на все наказуемый, в принципе.